Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Математика 5 класс. Автор Мерзляк. Задание 149. Запишите все натуральные числа, которые: первое — больше 549, но меньше 556. За числом 549 в натуральном ряду чисел стоит число, которое на единицу больше. Поэтому если мы единицу добавим к 549, получим 550. Следующее число на единицу больше 551. Следующее число 552, 553, 554, 555. И следующее число 556. Но нам нужно записать такие числа, которые в то же время меньше, чем 556. Поэтому это число нам уже не подходит. А последний из названных чисел — 555. И таким образом у нас получилось всего 6 чисел, которые больше, чем 549, но меньше, чем 556. Второе. Больше 1 823 236. Но меньше, чем 1 823 240. Число, которое в натуральном ряду следует за числом 1 823 236, это 1 823 237. Следующее число 1 823 238. И еще число 1 823 230, единичку добавляем 9. Следующее число в конце его должно быть 240 единиц, но это как раз то число, которое указано. Все числа, которые мы должны записать, должны быть меньше этого числа. Поэтому мы это число уже не используем, а всего у нас получилось 3 числа. Третье. Нужно указать число, которое больше, чем 47 246. Следующим в натуральном ряду будет число 47 247. Следующее — 47 248. А нам нужно указать числа, которые меньше, чем 47 248. Поэтому у нас получилось всего одно число. Задание выполнено, и если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.